вон даже с собачками, все с собачками тут ходят. Много собачек. А видите, как американцы очень приветствуют собак. К Гусику тоже подходили не раз. О, какая борода у дяди. А что это он, ага, багажник открыт? Вместо кондиционера, что ли? Я не могу. Чего только не увидишь. Что, он не видит, что ли? Сэр! Нифига не слышно. Закрывает. Нашел, да. Люди смеются с него. Линкольн. Крутая тачка, да, нет? Ну да. Автоматом закрылся. Анаполис, я в тебя влюбилась. Вот сюда я ходил, возил людей. Вот тут вот гуляют все. Вот, вот по этой улице сейчас будем ехать. Смотри, что тут робится. Мне муж предложил мороженое, я не захотела. Надо было вина и наверх мороженое, да? Нет, я хотела вот именно на пристани посидеть. А ты знаешь, как вкусно, когда берешь мороженое или киоверчик туда еще? Ну так в следующий раз тогда. Допустим, так, вишневый ликер и мороженое сливочное. Давай, next time, окей? Анаполис, я тебя люблю. Вот, видишь, старинные, да, есть. Вот так вот приехать, просто погулять, пошляться. Ну да, она вот так и делает. Магазинчики. Открыты, кстати говоря. Так они, наверное, здесь как в Ocean City, все на этом будет работать. Да. Я так думаю. Ну вот видишь, Вова, мы не знали. Первый раз приехали. Один раз живем. Посмотри, сколько людей гуляет. Вот тоже столик сидит. Да, вот, вот. Кафешка какая-то. Можно кофеек попить, пирожное скушать. Видите, как все по-разному одеты. Кто-то в шортиках, кто-то в платьишках, сарафанчиках. Красивый город, уютный, мне кажется. Уютный город. Там цветочки. Видите, как балконы украшены. Ой, как тут классно. Посмотрите, кафешки на улице. Куча магазинов. Короче, я должна сюда, если ты не будешь ездить, флаги эти, видите, везде. Ну что вы хотите, это демократический штат. Вова, это флаги ЛГБТ? Нет, это радужные. Флаги, это флаги этих самых праздников какого-то. Ну, ЛГБТ сообщество. Что такое ЛГБТ? Ну, это типа... Неопределенная ориентация? Да. Это я не знаю. Нет, а это другого цвета. В общем, я не знаю, что это за флаги, я не буду наговаривать. Но флаги везде, на каждом шагу. Я тоже не знаю. Сколько магазинчиков. Красиво. Камеру не хочется выключать. Ну вот сидят. Балдеют. Там церковь реставрируется. Как-то так я неудачно сняла. Тут дорога закрыта. Нет, тут надо сюда, значит, и тут надо получить. Сюда я не то не понял. Похоже, это не туда я еду. Куда я хочу? Навигатор включи. Я включил навигатор. Да, классное, уютное местечко, конечно.
Байден, что-то тут, не, Блейден. Так, смотрим архитектуру. Кому шо? Мужу дорога, а мне? Это перекрыто. А мне? Это все на следующий. Интересно все эти домишки поснимать. Посмотрите, как классно. Дорогу перекрыли, там соревнования какие-то по теннису. Farmers Bank. А что он стоит? МД. О, без бля. Я снимаю. Вот, реставрация церкви какой-то, видимо, старинная. Стоят леса. Так, поехали. Кафешка тоже уличная. Ой, сколько здесь уличных кафешек. Какая прелесть. Здесь классно жить тоже. Но здесь, наверное, нет заднего дворика. Нет, есть. Там за домом есть задний дворик даже. Интересно, почем здесь дома? Света, не в курсе. Думаешь, что не дешево? Я тоже думаю, что не дешево. Думаю, 1500, ну, если такой не скромненький. Если вы не идете, то я поеду. Камин. Видите, какой? Труба какая большая. Классный какой. А, здесь живая музыка, кстати. Видите, поэтому этот чувак танцевал. Да. Я не слышала. Ой, как тут классно. Как здесь хорошо. Красивый Мэриленд, я тебя люблю. Самый лучший штат. Самый красивый. Муж все курит. Буся. Буся на месте. А Буся не курит. Все на месте. Полетели. Какая красивая дорога, посмотрите. Ветер. Гладкая, красивая, идеальная дорога. Летим. Скоростной режим 65 миль. Нужно ехать 75. Это где-то 120 в час. Мы едем как? Скоростной режим, он говорит. Нет, я говорю, дорога скоростная. Скоростной режим на ней 65 миль в час. Можно плюс 10 еще добавить. Будет 75 миль в час. 75 миль в час соответствует 120 километрам в час по российским меркам. В общем, я говорю, какая красивая дорога, а у меня муж математик, сразу все переводит цифры.
Молодец. Кстати, все контролировал, сколько там еще времени осталось у нас, чтобы забрать машину с паркинга. Я там расслабилась, уже вообще ни за чем не следила. А у меня муж молодец, ответственный. Останови, там музыка играет, поедем потанцуем, да? Да, я хотела его остановить, там живая музыка была, люди танцевали на улице. Ой, я снимаю плохо, пальцы попадают. Прическа не очень. Все довольные, счастливые. Чего я вам желаю?